вообще очень страшно жить, девочки. Я спасаю сейчас старушку чужую, а своих двух малышей я спасти не смогла. Эти глисты, скорее всего, разорвали им кишечник. Оба малыша погибли. Обе девочки. Я ничего не смогла сделать. У меня сегодня страшный день. Утром ушла Мечка. А потом еще двое малышей. А заканчиваю я день тем, что молюсь и пытаюсь спасти чужую старушку. Может, Бог меня услышит. Я не смогла спасти этих двух девочек. Не смогла, девочки. С них столько паразитов вылезло. И я надеялась, что самое страшное позади. Я ничего не смогла сделать. А внешне дети хорошие. Они должны были выжить. Но почему-то не смогли. Крупные, хорошие. Господи, простите меня. Ребята, у малыша, его зовут Ютик. У малыша оторван хвост, сломан, и лапка порвана, передняя. Через 3-5 дней малыша на операцию. Удаляем хвостик и удаляем переднюю лапку. Лапка передняя мертвая. Просто старичка бросили умирать и все. Состарился и бросили. Сам он улежать не мог. Не мог, потому что у него силы не те. Он делает 2-3 шага и ложится. Он никак не мог убежать сам. Во-первых, потому что без зубы, во-вторых, потому что старый. А в-третьих, вряд ли такое чудо пойдет за девочкой куда-нибудь. Его просто выкинули умирать. Ребята, у нас мало корма. Корма у нас мало. Девочки, это все, что у нас есть на карте на сегодняшний день. Плюс у нас корма осталось 13 мешков только на сегодня. Завтра я могу купить еще тонну фарша. Это все, что у меня есть, все мои возможности. Больше ничего нет. На тонну фарша мне надо 5000. В общем, вот такие дела, девчонки. По-настоящему больше нет. А долг за корм висит 260 тысяч. Мы еще ни одного рубля не заплатили. Мы им платили по мелочам вот это все здесь. Мы не заплатили. За корм еще ни одного рубля. Девочки, у нас полная задница, если сказать мягко. Я не знаю, что делать, девочки. Я сейчас обзвонила все, и завод с сухарями, и завод с фаршем. Везде полный отказ, нигде ничего пока нету, взять невозможно. Девчонки, у нас корм только на сегодня, на завтра корма нет. Я прошу экстренной помощи. Девочки, кто что может, покидайте везде. Нам нужна экстренная помощь на корм. Девчонки, у нас нечего кушать. Пожалуйста, мои хорошие. С этими операциями закружилась. Девочки, миленькие, прошу вас срочно. Я не видела, что у меня корм заканчивается. Но надо же. У меня мозги закипели. Девчонки, срочно нужна помощь. Прошу вас, срочно нужна помощь. На даче выбросили умирать вот такое чудо. Он старенький. Это чихуашка. Да ладно, не бойся. Не бойся, малыш. Не бойся, деточка. Вот такое чудо. Это мальчик, очень старенький. И весь больной, весь в залысинах. Непонятно что. Пися у него тоже лысая и, по-моему, там ранка есть. На голове это лишай 100%. А может, витаминоз. Да, малыш, не бойся. Сейчас надо это чудовище достать. Малышка. Господи, ребят, он чудовищно весь измочаленный. Сейчас он привыкнет. Я пока не могу его достать, он рычит. Он боится.
Султан. Вот такой узкоглазый султан будет красивый. Это у нас котик. Лапку зашили. Все, мое солнышко. Все будет хорошо, да, малыш? Все будет хорошо, султанчик. Все будет хорошо. Маленький мой. Все будет хорошо у нас. Все, сейчас султан на осмотре у врача еще раз. После операции. Хороший ребенок. Иди сюда. Все, ну-ка покажи лапку. Хорошо легло. Вот так. Сегодня на скорую руку. Сегодня без АСДшки. Просто левыми колькой. Чтобы смягчить и посмотреть, что будет. Так. Один раз с АСД, другой раз чистая левыми коль. Посмотрим. Да, малыш? Все у нас будет хорошо. Все будет хорошо. Вот так у нас идет лечение вопли. Моя девочка. Все хорошо. Ну все, теперь спать. Спать, все. Все перевязки закончили. А то пока мама занималась другой собакой, вопля все повязки с себя сняла. Вот такая вреднючая девчонка. Да, Котя? Потому что в моей операционной врачи оперируют кобельков. Двоим вот сейчас поставили катетер, чтобы время не терять. И я их капаю здесь. Вот. Сейчас ребята закончат операцию, там поставят еще троим катетер и будем капаться потихонечку. Это метисы шпица, совсем малыши. Или пинчера. Очень крошечные, очень маленькие. И, Господи, помоги мне их вытащить. Ничего страшного. Ничего страшного, что в ванной. Места пока нету, ребят. А время не терпит. Малышей надо срочно прокапать. Что, мой золотой? Осторожненько. Тихо, тихо, тихо. Ч-ч-ч-ч. Ну, кушай. Не наступай. Ребята, он совсем слепой полностью. Он слепой полностью. Да, мой хороший. Ты мой маленький. Не бойся. Это я. Не бойся, мой хороший. Не бойся. Никто не обидит. Никто не обидит мальчика. Не бойся. Малыш едет домой. Да, мой золотой? Мой хороший. Вот так. Ему попу все обстригли и накупали. И он у нас едет в тепленьком полотенце домой. Дня через три мы будем ребенка оперировать. И яко. Едем. Едем домой. Проблема в том, что мы еще не заплатили за корм, который мы уже съели. Просто еще не заплатили. Девчонки, сегодня собак не кормлю. 13 мешков, которые остались, разделила. Раздала только малышам и подросткам. Проблема загасить старый долг, чтобы взять новый корм. У фирмы, которая нам делает скидки. Нам не нужны интернетовские магазины, где мы переплачиваем бог знает сколько денег. У нас уже все налажено. У нас одна проблема. У нас не хватает средств. Понимаете, просто не хватает средств. Потому что огромная стая. 1000 собак. Не 500, ребята. 1000. Проблема в этом.